Всего тебе хорошего. Помни уроки. Так, с шмота, который выпадал Сика, ничего никому не надо. На танка, например, плащ. Всякое прочее говно там. И то это не тот маг был, блядь, про которого я подумал. Фарадовский-то маг-то ноги, вот этот. Это ноти. А этот Куриса, блядь. Жужин, ты себе что, до сих пор не можешь полетку купить? А что это за гильдия Путник? Это не твоя гильдия? Мне показалось. Знакомая мне гильдия. А что там за челики? Что это за лары? Херовые там челики. Хочу гильдию сделать, короче. Назвать ее либо Юдой про товар, либо про товар, который смог. Что лучше? Юдой про товар? Выйдет нерв про товаров, придется делать рены. Да. Юный про товар или как? Юный. Не, я просто юный про товар подумал, как звание, типа, сделать. Юный про товар — это не очень попсово, а вот про товар, который смог, это уже многие поймут, что это как фильму там. Историю эту вспомню сразу перед глазами. Из этих, наверное, все-таки выигрывает Протовар. Thank you.
сразу куда. Коника, дашь за? Нихуя не дал. Лучше б вы ему боб дали. Thank you.
там по порталам у нас, блядь. Да, Софий, давай шатра. На. Ебать. Он смог. Маг, который смог. Новое название. А вообще можно юный протовар, который смог. Двойное будет название. Два в одном. Юный и еще и смог, блять. Да хранит тебя свет. О. Открой свое сердце свету. Не, ну это, конечно, за шкваром будет, что там в этой гильдии будут только одни протовары. Так, я эту часть истории пропустил. Да и гильдия из одного человека будет так себе смотреть. Хочешь сказать, протоваров нет на серве? Два. А нет, сегодня утром. Сегодня утром проходили 260+, там собирал. Два протовара танчили. На трэше Махеридон мы сдохли. Ну хули. Если ты стимпа сможешь вытащить с ПВП, то вас будет аж двое. Еще протовар жаловался, что много трэша спулили, типа вар не танк. Ну это РЛ как раз и танк мой был. Это я там. Ручкой вам. Дожились, блять. Про товары с двуручкой. Слышали? Миша, я принимаю робот. Ну, ДК и щит это, конечно, бредовщина. На жопу привязать. Считаю, это вообще безумно.
Т5 и на маунтов. На Т5? Т4. Я путаю себя. Плюс 5000 скидка на Т5. Что? Стаминку прибавьте, пожалуйста. Еще два плюса кто-то. Еще один плюс. Ладно, я буду стоять. А ты тогда босса тащи. Вчера протовар смог, он короче, прожал куб за удар, чуть-чуть. Повел такой босса через комнату, на куб, не смог. Сегодня лучше уже. Да, про это и с тобой. Коника не 40 кабель, 29. Да блять, я стаки накопил, а меня фернуло, и в этот момент моба убили. Я вялый не успел отдать. Так бы, может, и коника обогнал. Не пизди. Иди с ею. Я свободен. Беги, малышка, беги! Только не снова! А увеличенный урон при всех 5 лучах только есть? Да, при всех 5. Вообще, блядь, для этих, для челиков, кто с РБК еще вышел, блядь. Берсы, по-моему, на нем нету. Для тех, кто из кузни крови провалился. Рассек? А какая кузня крови? Мы РБК и кузня крови. Там, короче, под ластом площадка. А внизу через решетку просвечивает Макеридон.
малышка, беги! Только не снова! Стены темницы содрогнутся и упадут! Всем спасибо, увидимся на следующей неделе. Ну да, всем спасибо, до встречи. Сейчас Т4 и маунт разрулим. А, лок, бабай, поставь шкаф с умнем вара. Т4. Так, паладин обмен черепку. Еще плечи рулил, да? Ты культи на шкаф. Так, сейчас штаны. Так, ДК, давай обмен. Скипетр. Понимаю. Так, ну давай я кину ролл. Мама. Давай ДК обмен. Ну, всем спасибо, удачи всем. Ага. Так, сейчас на всякий случай линканул. Все, если что-то надо было из тех шмоток, которые падали там, кому что надо было там, маг. Блок, может, лежит у меня плащ на танка, какая-то параша, ткани особо много нету.
Вот, меткость крит есть, штаны. Чё, офхенд вот этот с духом обоссанный. Мак, тебе надо? Ты в Дисе, мак. Я хуй знаю. По-моему, в прошлый раз он то же самое все удал. Если ты про вот этого мага, который со мной пришел, я с ним в отдельном дискорде, я с ним говорил, что там как. Ну, штаны у него 232, я не знаю, но загиб мне прискрип. Ну, дай на всякий случай, может, один, может, нет. Там, что сам посмотрит. Кинжал есть, меч на СПД. Крит хаст на фэсси. Зависимо будет. Если офхенд есть. Офхенд вот он. Ну и все. Все, спасибо.